Популярным до пандемии местам отдыха приходится заново бороться за посетителей. В Десногорске таким местом стал и кинотеатр в Центре культуры и молодежной политики. После нескольких месяцев закрытия он пока не может похвастаться наплывом зрителей. Пока еще не так много людей приходят в кинотеатр в связи с пандемией. Но надеемся, что будут ходить все больше и больше. Кинотеатр вновь заработал 12 августа. С того же дня, как и раньше, можно посмотреть новинки кино и мультфильмов. Из непривычного – пока действующие особые эпидемиологические меры. Обязательно вход в кинотеатр – это в маске и в перчатках. Масочный режим сейчас еще не отменен. Да, он осуществляется еще до 7 сентября, поэтому будем ждать новые изменения в указе. Тем не менее, пока же у зрителей есть уникальная возможность насладиться романтикой полупустого кинозала. Вероятно, скоро такая атмосфера станет достоянием истории.